Авария в Кировском районе. На молочке столкнулись две узбекские легковушки. Нексия выскочила на встречную полосу и врезалась в Матиз. Водителя последнего зажало в салоне малолитражки. Мужчину достали спасатели. С помощью специнструментов им пришлось разрезать кузов. А вот виновнику аварии повезло больше. У него небольшие травмы. По словам автоинспекторов, нарушитель угнал автомобиль у сестры. К тому же он находился в состоянии опьянения. Какого именно, алкогольного или наркотического, установят врачи. Было обнаружено трое пострадавших. Один из них был зажат в машине. Совместно с сотрудником МЧС он был извлечен из автомобиля. Передан бригаде скорой помощи, которая отвезла его в лечебное учреждение.